эфире авторский YouTube-канал Modern Talking «Современный разговор». Я автор и ведущий канала Расим Бабаев. Сегодня на связи, связываемся с Украиной, украинский дипломат и общественный деятель, председатель правления общественного объединения «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан. Здравствуйте, Вадим. Мы с вами буквально 2 недели назад общались, делали интервью. Долго, чтобы не говорить, расскажите о том, что сегодня творится в Украине, какая ситуация? Ну, на Украину, как известно, 24 февраля вероломно, без объявления войны, напала Российская Федерация. Причем начала бомбить украинские города, в том числе Киев, Харьков, Одессу и другие. Это приблизительно так же самое, как это сделала нацистская Германия 22 июня 1941 году. Почему я говорю без объявления войны? Потому что Владимир Путин, когда уже летели ракеты и самолеты в сторону Украины или уже по Украине, в прямом обращении к своему народу, сказал, что речь идет о небольшой воинской операции на Донбассе. Вот. Ее задача — возобновление вроде бы как какой-то там территориальной целостности, каких-то там ДНР, ЛНР, вот. Защита каких-то там людей от непонятно кого, от каких-то нацистов, бандеровцев, там, фашистов в Украине, ну и так далее. А на самом деле он обманул всех, весь мир. И обманул своих граждан, и обманул Европу, и обманул Украину. Когда он говорил о том, что будет проходить спецоперация на Донбассе, ракеты и самолеты летели почему-то на Киев, на Одессу, на Харьков, на другие города, на Ровно там и так далее. Вот. Это первое. Второе. Путин хотел добиться блицкрига. Буквально за 2 дня подчинить себе всю Украину и, конечно же, завоевать Киев, уничтожив президента и правительство. Украина героически защищается уже почти неделю. Ничего ему не удалось. Причем российская армия, и мы ее уже называем, знаете, как не российская армия, не вооруженная сила армии, а нацистско-российские войска, захватнические войска, оккупанты, они встречают повсеместно ожесточенное сопротивление и вооруженных сил Украины, и Национальной гвардии, и батальонов территориальной обороны, и многочисленными подразделениями добровольцев, которые объединились с одной целью для того, чтобы выгнать оккупантов из Украины. Более того, очень много случаев, когда мирные жители в селах выходят с голыми руками, даже без палок, на военную технику россиян, их танки, бронетранспортеры там и так далее, поют украинский гимн и фактически заставляют уезжать во свояси в леса. Бывает много случаев, когда они бросают технику, потому что они же не рассчитывали на долгую военную кампанию, поэтому не предусмотрели ни своевременную организацию логистических центров, ни подвозку топлива, ничего. Танки там, бронетранспортеры, они встают, когда заканчивается топливо, и люди, соответственно, собираются и уходят с помощью наших граждан, наших добровольцев. Третье, что самое ужасное, они воюют не с армией, они воюют не с Зеленским, нашим президентом, они воюют с народом. Поняв, что они не могут в честном бою побеждать наши вооруженные силы, наших военных, да и добровольцев, они обстреливают, сконцентрировались на обстреле наших городов, нашей инфраструктуры, детских домов, школ, детских садиков. Уже по состоянию на вчера было 16 детей погибших, несколько сот гражданских лиц, 2000 с чем-то людей гражданских изранены. Там около 50 детей израненных. Сколько они уничтожили школ, театров, государственных администраций, детских садиков, жилых домов. Это просто уже не счесть. То есть многие улицы просто лежат в руинах, потому что они используют не только там свои самолеты, свои ракеты, но и уже тактические баллистические ракеты, и калибры там, и так далее. Вот, причем из территории России, из территории Белоруссии, там уже с территории Украины, там и так далее. Следующее. Россия или Путин и Россия, я не знаю, как путинская Россия, не рассчитывали, что, во-первых, украинская нация, украинский народ будут насколько едины в своем решении противостоять оккупантам, что им, под ними будет гореть земля в любой точке Украины. А также они не рассчитывали на то, что цивилизованный мир объединится
вокруг необходимости остановить современного Гитлера 2.0 Владимира Владимировича Путина. В результате он, во-первых, нигде не встречает никакой поддержки со стороны даже русскоговорящих, даже граждан России, которые живут, как известно, в некоторых регионах Украины. Плюс он столкнулся с беспрецедентными в истории человечества санкциями, когда отключается его банковская система, выгоняется Россия как государство со всех спортивных организаций, федераций там, и так далее. Вот. Простые люди по всему миру отказываются обслуживать компании, отказываются обслуживать российских, там, российские корабли, там, закрывают воздух там, и так далее, и так далее, и так далее. Следующее, пятое. Или четвертое, наверное, пятое уже. Специальный прокурор Международного уголовного суда Гааги принял решение возбудить уголовное дело по поводу осуществления российскими оккупационными войсками, этими нацистами, фашистами, военных преступлений на территории Украины, преступлений против человечности, преступлений, которые называются геноцид. Вот. И, соответственно, Путин сейчас стоит над бездной. Он понимает, что если он проиграет, если он не завоюет Украину, то и не выйдет на какой-то переговорный процесс и с Украиной, и странами Запада, то тогда он... Телефонный звонок, кстати, не прервал. Продолжайте. Путин прекрасно понимает, что если он не сможет завоевать Украину, если он не сможет выйти на какой-то переговорный процесс с Украиной и с Западом, в результате чего каким-то образом что-то себе выторгует, он окажется либо в тюрьме в результате судебного процесса. Я думаю, что этот судебный процесс должен производиться даже не в Международном уголовном суде, а в специальном трибунале по России, который нужно проводить на территории Украины. Это одна опция. Вторая опция – его либо свои прибьют, генералы, там, элита там, и так далее, либо ему придется застрелиться. То есть для него уготована роль либо Хусейна, этого, как его, Каддафи, которых фактически убили, либо на куски разодрали, либо Гитлера, который застрелился, либо Милошевича, который был в суде и там отравился. Вот такая вот перспектива. В этой ситуации он что делает? Он пытается все возможные резервы, которые у него еще остались, бросить для того, чтобы одержать какую-то военную победу, либо захватить Харьков, мой родной, либо захватить Киев, что более является приоритетной целью. В результате мы сейчас видим, что в сторону и Харькова, и в сторону Киева собираются просто невероятные длины колонны военной техники, где сотни и сотни и сотни танков, бронетранспортеров, там, других, там, другой военной техники. Вот по данным уже космической разведки, на Киев уже собралась колонна длиной, представьте себе на секундочку, 63 километра. 63 километра. Перед нашим интервью я смотрел длину колонны, которая стоит на Харьков. Видео занимает около 10 минут. Я не знаю, сколько там километров, но я насчитал, даже не до конца видео посмотрел, не успел. Минимум 300-400 там как раз танков, бронетранспортеров и так далее. Это, конечно, серьезная угроза. Это говорит, что он идет как бы на последний штурм. Я считаю, что ему ничего не удастся, потому что их технику будут сжигать и вооруженные силы, и в первую очередь наши летчики. Вот, потому что нам уже не начали давать военную технику наши партнеры из НАТО, Польша, Болгария. Кстати, Болгария, которая всегда была другом России, Словакия. Вот, другие страны. И так сейчас наши летчики показывают чудеса героизма. Один из летчиков, которого прозвали Ангелом Киева, сбил уже сам лично 18 российских самолетов, представьте себе. В том числе первоклассных, которые они называли, не имеющих аналогов в мире, там, как они называются, там, Су-35, что ли, самые современные их штурмовики или истребители, что оно. Так что ситуация напряженная. Я думаю, что эту ночь нам будет пережить очень тяжело. Но если переживем, если выстоим, а я в это верю, то завтрашнего дня я не знаю, что уже может делать Путин, кроме как использовать уже крайние варианты. Крайние варианты мы знаем. Он уже пригрозил всему миру ядерной войной. Вот такая вот ситуация в Украине.
Вадим, сегодня шестой день войны. Вчера, 28 февраля, в Беларуси встречались российская и украинская делегация. Чем это завершилось? Мы читаем это из СМИ российских, украинских, зарубежных. Сегодня информация прошла, что Белоруссия, со стороны Белоруссии начали операцию против Украины. Кроме того, расскажите о том, как вот сейчас люди, обычные люди, что с ними происходит? Смотрите, давайте, это три вопроса по поводу переговоров в Белоруссии. Ни до чего не договорились и не могли договориться в принципе. Это стало понятно сразу, когда мы увидели, кто делегирован Путиным в эту делегацию. Ну что говорить о сенаторе или кто там он, Слуцком, если это клоун штатный, который на всех политических ток-шоу всегда призывает Украину там бомбить, как Жириновский. Это фактически правая рука, наследник Жириновского. Поэтому выставить такого человека на переговоры, это не хотеть договариваться. Плюс там министр культуры или кто там он, ну это вообще какой-то смех. Тогда, когда с Украины приехали серьезные люди. Замминистра иностранных дел, очень опытный дипломат, который был послом и в Страсбурге, и в Брюсселе. Вот. И министр обороны лично, это один из лучших сейчас переговорщиков в Украине. Как мы видим, хороший стратег с точки зрения подготовки страны к обороне. Вот. И другие специалисты. Что хотела Россия? Россия хотела вынудить Украину остановиться, перестать воевать, сложить оружие. Это же понятно. Что хочет Украина? Исключительно одного. Возобновление территориальной целостности Украины. Конечно же, эти требования были предъявлены, конечно же, они были не приняты россиянами. Вот и все переговоры. Теперь то, что касается позиции Лукашенко. Лукашенко – это марионетка Путина, марионетка Кремля. Он, конечно, смог пропетлять 6 дней, но сейчас, по-видимому, ему поставили уже жесткий ультиматум. Поэтому пошла информация, что его войска тоже уже пересекли линию границы с Украиной. Хотя, ну, свидетельств мы еще не знаем, потому что не видели еще сожженной белорусской техники и не видели 200-х среди военнослужащих с шевронами Беларуси. Но я думаю, что это буквально дело времени, если действительно они пересекли. Если они приняли такое решение, если Лукашенко принял решение, то Беларусь сейчас станет страной парией. Ясно, что против нее будут жесточайшие санкции введены, заключение от СВИФТа, прекращение любых торговых операций там и так далее. И боюсь, что восстановиться после этого и будет очень тяжело при отсутствии любых нормальных материальных каких-то ресурсов. То, что касается людей. Знаете, с одной стороны, людям тяжело в Украине. Очень тяжело, потому что ну, мы переживаем беспрецедентную ситуацию. Ситуация, когда она напоминает гуманитарный кризис. Такого не было со времен Второй мировой войны. Да? Вот. Ясно, что затруднено и там обеспечение продовольством. Часто бывает через атаки, через бомбежки российских военных, там отключение электроэнергии, как, например, сегодня в Мариуполе с утра, там почти весь город был отключен, там в разных районах больших городов. Но, тем не менее, украинское правительство работает, ясно, что президент работает, и пытается, насколько это возможно в нынешней ситуации, обеспечить работу и коммунальных служб, и выпечку хлеба, там, подвоз там, и так далее. Важно в этом контексте то, что большой бизнес выделяет огромнейшие ресурсы на поддержку людей. Уже ну, просто сотни, я всех вас даже не перечислю, сетей и торговых, и там Макдональдс, и там и заправки, в том числе, кстати, Сакар, вот, азербайджанская компания, выделили огромные деньги на заправки там, и медицинских машин, там, на гуманитарную помощь, на помощь армии там, и так далее. То, что можно. Вот. И о чем это говорит? Это говорит о том, что народ, вот как народ, да, он сплочен. Каждый работает на своем месте. То, что мне нужно было, ну не буду говорить даже в эфире, что организовать доставку чего для нашего подразделения из западной Украины. Я собрал необходимую сумму денег там на дизель там и так далее буквально за 15 минут. Вопросы по поводу там логистики решались буквально на протяжении часа. Доставка того, что нам нужно из-за границы, заняла буквально одни сутки. И дай бог, если все нормально будет завтра на дорогах, если они будут не перекрыты, то мы завтра все это получим. Так что, понимаете, в чем дело? Когда война идет не против государства,
не против какого-то там президента, не против какого-то там, ну, я не знаю, вооруженных сил каких-то, а когда война идет против народа, народ это понимает, народ объединяется, и тогда победить его, ну, я считаю, практически нереально. Будут жертвы, они уже есть, но я считаю, что уже дороги назад нет. Кстати, ни Путину, ни нам. За нами победа, за нами правда. Вот. А дальше будем уже отстраивать нашу страну и добиваться, чтобы все те, кто начали эту войну, все те, кто осуществляли, совершали преступления, военные преступления, попали в тюрьму, вот, и чтобы Россия заплатила за каждое горе, которое она принесла в украинские семьи. Сегодня также прошла информация, что включен, значит, процесс включения Украины в Евросоюз. Процесс. Расскажите об этом подробнее. Вообще, кстати, какие еще изменения? Вот вы возглавляете общественное объединение. Государственное... Европейский рух Украины. Как вот эта вот организация ваша, вот через свои контакты, наверное, вы за столько лет имеете международные связи и так далее. Вот, поступают ли к вам какие-то вот сообщения и так далее из-за рубежа и так далее? Знаете, когда началась эта война, буквально когда прошло, скажем, где-то двое суток, когда мир понял, что Украина это не какой-то там, не хочу унижать как бы эту страну, не какой-то там Афганистан, который, увидев талибанов, разбегается и бросает оружие, что это дееспособная страна, это государство, это народ, который единый. У нас даже те политики, которые считались пророссийскими, они сейчас каются. Они с экранов телевизоров, в своих YouTube-каналах, там, в соцсетях просят прощения и пытаются делать все для того, чтобы помочь обороне от агрессора. Да? Так вот, вся нация объединилась. И, соответственно, отношение к Украине изменилось, причем моментально, вот по щелчку двух пальцев. Я даже не мог во сне представить, там еще до войны, там за, условно скажем, за день даже, не то что там за неделю, за месяц, что у нас может вдруг по каких-то причинах появиться перспектива членства. Она сейчас уже осязаема, уже заявка на членство подана. Уже сегодня президент выступал по скайпу в видеорежиме перед Европейским парламентом, и я был просто шокирован от того, как весь парламент, все эти депутаты стояли, ему аплодировали там несколько минут. Понимаете? То есть симпатии на стороне Украины, потому что все понимают, что Украина борется за свою свободу, за демократию, за те ценности, которые, вы знаете, мне показалось, даже последние несколько месяцев, либо даже несколько лет утратили свою первоначальную ценность для, даже для европейцев. Но вместе с тем мы объединили и Европу. Европа никогда не была так объединена. И мы объединили весь, знаете, цивилизованный мир, демократический мир. Ведь не только же на стороне Украины стоят страны НАТО. Да? Это сейчас до 90 уже государств. Даже такие страны, как Китай и Индия, свою позицию меняют. Мне очень импонирует, что Азербайджан пытается очень в чувствительных, кстати, условиях, когда есть определенная зависимость и боязнь, насколько я понимаю, до сих пор России, все-таки занимает довольно такую для Украины благоприятную позицию. Я надеюсь, что она дальше все-таки будет еще более смелая. Азербайджан будет более смелой, более масштабно стоять на стороне Украины и помогать, чем сможет. Вот. Так что да, сейчас для Украины открылось окно возможностей. Наша задача выстоять, победить. Мы уже без никаких сомнений станем государством-членом Европейского Союза. Причем не на каких-то там правах младшего брата, как сегодня, кстати, президент сказал в своем выступлении, а как равноправный партнер, как сильный партнер. И в Европе уже никто не будет говорить о коррупции в Украине, там, о каких-то других там вещах, связанных там домашние задания делать, либо что. А Европа вместе с Украиной будут строить дальше Европу. Конечно, на первом этапе несколько лет понадобится отстроить Украину, но дальше мы будем вместе развивать Европу. И я очень надеюсь, что и Азербайджан будет в этом процессе. Азербайджан – это страна, которая входила и входит в политику восточного партнерства. Конечно же, не стояла никогда такой жесткой цели стать членом ЕС. Но я считаю, что у Азербайджана такая возможность благодаря Украине вот сейчас вот открывается. Нужно вместе двигаться к лучшему будущему. Но когда кому-то трудно, нужно друг другу помогать. Вот таким образом. Вадим, я вас не буду задерживать. Мы вчера с вами
поздно вечером, примерно в полночь собирались записывать это интервью. В силу технических технических проблем не состоялась наша с вами беседа. Как вы сказали, что вы находились в подвальном помещении. Вот. И в любой момент у вас может быть какой-то вот экстренная какие-то ситуация. Я бы хотел сказать, вот, если вот речь будет идти о том, чтобы решать все-таки вопрос путем переговоров окончательного, президент Зеленский назвал одним из городов, где бы он хотел видеть эти переговоры между Россией и Украиной, значит, Баку и Анкару, по-моему, или Стамбул. Вот. Насколько вот вы можете сказать о том, что вот Азербайджан может какую сыграть роль в том, чтобы вот этот как бы конфликт был разрулен и был покончено с этим? Ну, давайте откровенно. После того, когда он это сказал, очень много изменилось. Когда уже по нас стреляют из калибров, искандеров, когда начались уже обстрелы центра больших городов, Харькова сегодня, моего родного, площадь Свободы. Ну вот, если вы были в Харькове, представляете, о чем я говорю. Это красавица площадь, где всегда на все праздники собираются миллионы людей, бывает, ну, как минимум там влазят до миллиона людей, да. Вот. И по нему прямо били из калибра, представляете? Ну, какие сейчас могут быть переговоры? Ну, это я считаю, что нереально. Вот. Я думаю, что все-таки речь должна идти о военном поражении России, именно о военном поражении. И переговоры дальше должны идти не с Путиным. Украина будет вести переговоры об условиях капитуляции Российской Федерации. Как мы знаем из истории, кто капитуляцию принимает? Генералы победившей армии, кто сдают? Подписывают акт о капитуляции генералы проигравшей армии. А что дальше? А дальше условия капитуляции. Что мы будем обговаривать? Мы будем обговаривать, каким образом мы будем привлекать к ответственности, какие группы лиц, какие будут идти на международный трибунал по России, какие будут идти в национальные суды Украины, какие будут идти в национальные суды России, если они будут в будущем созданы. Что дальше мы будем обговаривать? Мы будем обговаривать, какие размеры должны быть выплачены репарации за ущерб, который проигравшая сторона нанесла Украине по международному праву. И потом контрибуции, как страна, которая проиграла. Для того, чтобы мы могли потом создать фонд и помочь из этого фонда всем нашим пострадавшим отстроить страну и восполнить те потери, которые нам понесены. О чем мы дальше будем говорить? Мы будем говорить о судьбе России. Вот как говорили о судьбе Германии, вы знаете, чем закончилось, с ее разделением, так само мы будем говорить о судьбе России. Я думаю, что это государство в том виде, в котором оно сейчас есть, оно не имеет права на существование. Его нужно демилитаризировать, его нужно дерашифицировать, его нужно лишить права иметь ядерное оружие, любое другое оружие массового уничтожения. Его нужно лишить права иметь армию с тяжелой техникой. То, что сделали в свое время с Германией на определенное время и на долгое время с Японией. То есть тут, знаете, повестка дня очень большая. И кто-то может сказать, что это фантастика. Но вот именно этого хотят украинцы. Особенно те украинцы, родственники которых, особенно дети которых, погибли от эскандеров, калибров и другого вооружения российской армии. Так что ситуация сейчас очень непростая. Она политически, ну, уже заходит где-то в глухой угол, я считаю. Сейчас время переговоров уже проходит. Разве что можно говорить, знаете, о чем? О зеленых коридорах и выводе людей, которые попадают в оккупацию в некоторых наших небольших населенных пунктах. Там, об обмене ранеными, пленными. Потому что, ну, нам же тоже нет никакого смысла держать сотни российских пленных. Я уже слышал цифры больше 200, а потом уже пошли такие кадры, что и целыми ротами уже начали сдаваться. Вот. Такие переговоры нужны, но это не с Путиным, не с Луцким. Это переговоры с военачальниками, теми, кто в данном конкретном месте командует своими подразделениями, с генералами, полковниками, может даже майорами. Будут ли эти переговоры? Я думаю, что будут. Когда они начнутся? Ну вот после того, как мы сейчас разберемся с этими последними, я надеюсь, ну, навряд ли последними, но этими ключевыми большущими колоннами военной техники с солдатами, которые они везут на убой в Харьков, в Киев, в некоторые другие города нашей родины. Так что вот таким вот образом.
В Украине живут десятки и сотни тысяч азербайджанцев, наверное. Украина – это очень многонациональная страна. Как сейчас вот на бытовом уровне, на уровне гражданском между гражданами Украины, украинской национальности и русской национальности складываются отношения? Да, абсолютно нормально. У нас же нет такого, что человек, который говорит на русском языке или на каком-то другом, он изгой. В армии много русскоговорящих. Вот сейчас в том подразделении, где я сейчас нахожусь, тут половина людей, наверное, русскоговорящих, ну, может, третья часть. У нас многонациональная страна, с азербайджанцами никогда не было проблем. Я вам скажу больше, сейчас принято решение президентом, оно уже опубликовано 2 дня назад или 3 даже, о создании иностранного легиона. И в Украину сейчас едут, а из некоторых стран даже прорываются добровольцы, чтобы вступить в иностранный легион и бить расистов. Это, знаете, что очень меня как бы где-то порадовало, что едут люди из Израиля, страны, которая раньше, ну, где-то так благосклонно относилась к России, откуда много выходцев из России. Но там проводят забастовки, и русские жгут свои паспорта. А люди оттуда едут к нам добровольцами. Из Хорватии, чеченцы приехали уже. Не те кадыровцы, которых тут уже положили, кстати, которые только могут там угрожать Украине в видосиках, а сюда приезжают и говорят, о, это уже не 14-й год, но нас тут бьют. А настоящие чеченцы со всей Европы вот, приехали, сейчас тоже вместе с Украиной воюют против путинских орд. Из других стран. Французский легион уже подтягивается. Так что, знаете, Украина была многонациональной страной и останется. Но дело в том, что кто бы на каком языке ни говорил в Украине, он знает одно. Украинское государство – это приоритет. Украинский народ, он многонационален, но он работает на страну Украина, на какую-то другую страну, на Россию, там, на условную там, Буркина-Фасо или там, племя какое-то Тумба-Юмбы. Если люди живут в Украине и имеют украинский паспорт, они в первую очередь думают об Украине, об украинском народе. У нас так. Я думаю, что у вас, я очень признателен за то, что у вас очень большущие, я видел, митинги на поддержку Украины. Так же самое. Там же выходили не только украинцы, а выходили азербайджанцы. Я когда был в Азербайджане несколько лет назад на площади Героев, я видел украинцев там лежащих, которые погибли в трагические времена. Вы помните, когда распадался Советский Союз на площади. Вот, честно говоря, забыл, как называется. Но там вот есть у вас памятники. Вот, у нас много чего общего. Шахидов, аллея шахидов. Да, вот здесь. Там несколько украинцев, украинских героев. Мне очень приятно, что азербайджанское государство, азербайджанский народ их помнит, их чтит. Так само и здесь. Я сейчас просто не могу, не готовился к этому вам назвать конкретные имена, но я больше чем уверен, что в украинских вооруженных силах, в национальной гвардии, в территориальной обороне, вот, в других подразделениях очень много азербайджанцев. Так само. Они защищают свою страну от фашистов. Так что такая ситуация у нас. Спасибо большое, Вадим. Желаю большое вам спасибо. Восстановления мира, мирного неба над головой. Всем нам желаю, чтобы не было войн, не было, чтобы все эти цивилизованным путем решались политические, экономические разногласия и так далее. А мы вот сейчас победим, и тогда уже не с кем будет воевать, и дальше вместе будем строить мирную Европу. Я надеюсь, что когда-то на территории России образуются несколько демократических, нормальных государств, которые со временем будут тоже способны жить цивилизованно и в мире со своими соседями. Но для этого нужно приложить усилий, и, к сожалению, Украина в данном случае и те государства, которые нас поддерживают, граждане, которые приезжают из этих государств и воюют рядом с нами, они несут потери. Такова война. Но прорвемся, все будет хорошо. Слава Украине и слава Азербайджану. Спасибо большое. Вы смотрели интервью с украинским дипломатом и общественным деятелем, председателем правления общественного объединения Европейское движение Украины Вадимом Трюханом. Всего Победа доброго. Вам! Мирного неба над головой. Спасибо большое. Все, держимся на связи.